Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Сегодня у нас первый заход в магазин Чижик. Посмотрим, что же тут есть классного и интересного. Это Балашиха, микрорайон Балашиха 3, автогенный в простонародье. И вон тут там вдалеке Криоген Маш. Это для жителей Балашихи, чтобы вы знали, где находится этот магазин. Пойдемте. Работает он с 9 до 9 каждый день. Ну что, то, что вижу я при входе, меня вполне радует и устраивает. Да, конечно, я не знаю ассортимента магазин Чижик, поэтому если буду показывать какие-то старинки, не ругайтесь, мы с вами здесь всего лишь первый раз. Буду показывать то, что мне понравится. И сразу же при входе меня заинтересовало вот такое печенье вздобное с кусочками шоколада. Здесь 12 печенек, общей массой 400 грамм. 100 рублей стоит такое печенье. И состав поближе. Ну, конечно же, растительные масла здесь присутствуют. Вот такие пряники рядышком лежат, шоколадные, карусели. 500 грамм, 60 рублей. Состав хороший. Печенье «Золотая симфония», сдобное, от «Кухмастер». 70 рублей. Здесь 230 грамм, тоже с растительными жирами. Но, как я говорю, в таких случаях либо не читаем состав и покупаем, либо готовим сами на сливочном масле. Вот такие печеньки, тарталетки. Я такие пробовала, вкусные. 70 рублей, 240 грамм, с клубникой. То, что любят все, по-моему, детки, это вот такие вот пирожные, барни. Есть вариант молоко, есть вариант шоколад. Стандартная упаковка, 5 пироженок, 150 грамм, 80 рублей. Чокопай здесь есть, кстати, от Орион. Мне больше нравится, чем тот вариант, который в фикс-прайсе продается. Там, по-моему, Лотте. 70 рублей, 180 грамм. Очень много сладостей. Козинак подсолнечный, 150 грамм, 25 рублей. Есть шоколадка Риттер Спорт. Кстати, недавно я покупала ее в ленте по акции, именно такую, с цельным лесным орехом. По акции она стоила 120 рублей. Здесь 119, и, ну, без акции. Думаю, стоит взять. Много бабаевского шоколада. Есть с содержанием какао 75%. Есть вот такой горький. 90 грамм, 64 рубля. Вдохновение 100 грамм. 69 рублей. Аленка. Обычный молочный шоколад. 90 грамм, 54 рубля. Конфеты от Красного Октября. Есть трюфели. 200 грамм, 149 рублей. Есть ласточка. 79. Маска. 119 рублей. Батончики по 99. Белочка 139 рублей, 200 грамм. Мишка косолапый 139 рублей, 200 грамм. С хорошим составом вот такой зефир. Есть три варианта: яблоко, ваниль и клюква. 310 грамм, 80 рублей. От этого же производителя пастила 220 грамм, 60 рублей. Клюква, смородина, ваниль. Цикорий, большая упаковка, 200 грамм, 80 рублей, натуральный. Маккофе, 3 в одном, 10 штук, 100 рублей. Неожиданно для меня лично в таких магазинах встретить чай Гринфилд. Обычный черный, 129 рублей. Я люблю такой чай, покупаю только его, но беру с бергамотом. Жалко нету, я бы сейчас взяла. Еще от Гринфилд есть вот такой вот в пакетиках чай. 89 рублей. Здесь 25 пакетиков. Это чай байховый с ароматом фруктов и душистых трав. И еще есть вариант с ароматом малины. Орешки. Ядра фундука. 119 рублей за 100 грамм.
Есть фисташки 129 рублей, соленые. Кешью тоже 129 рублей. Вот такой арахис 200 грамм 69 рублей. В общем, делаем вывод, что это магазин больше продуктовый. Миндаль 110 рублей 100 грамм. Грецкий орех 110 рублей, тоже 100 грамм. Смотрите, орешек хороший. Какао-порошок 100 грамм, 60 рублей. Ой, а здесь есть мои любимые хлебцы. Хлебцы молодцы. 100 грамм, 30 рублей. Сырочки в молочном шоколаде с ванилью от Ростагрокомплекс. Кстати, такие вкусные сырочки, мне нравятся. 49 рублей 50 грамм. Вот эту вот вещь я люблю, но больше, конечно, с изюмом. 39 рублей 90 грамм. Есть масса особая творожная 180 грамм 10 рублей. Но это все-таки продуктовый магазин. И больше, конечно, именно магазин, а не склад. Подсолнечное масло 1 литр. Золотая семечка 109 рублей. Есть вот такой вот вариант. Нерафинированное. Тоже 109 рублей. Есть оливковое масло от Филиппа Берио. 500 миллилитров 349 рублей. Я вам скажу, это, в принципе, дешево. А вот такое подсолнечное масло, рафинированное, 1 литр, стоит 89 рублей. Печеная фасоль по-домашнему. Одна баночка, 70 рублей, 530 грамм. Давайте состав с вами поищем. Ну, здесь кроме загустителя крахмала и придраться-то не к чему. Должна быть фасоль вкусная. Яблочки Гала, килограмм 79 рублей. Гренни Смит тоже, кстати, хорошо выглядят, килограмм 79 рублей. Ну, а это для меня открытие, и ради этого я буду заезжать в Чижик. Немолоко здесь стоит 80 рублей, дешевле, чем в фикс-прайсе, на целых 20. 1 литр. Такие шерстяные носки здесь. Я так понимаю, это новинка. Никаких ценников на них еще нету. Два цвета. Темно-серые. Вот такие вот светленькие. Размеры 37-39, 37-39. Да, они все 37-39. Женские. Состав овечья шерсть 80%. Полиэстер 15%. Эластан 5%. А кому понравились мягкие наволочки, которые я в обзоре и полочек, и покупок в фикс-прайсе показывала, можете здесь взять сразу подушечку. Указан размер 40 на 40, но нет, она немножко другого размера. 300 рублей. Разные цвета. Ну и вот за этим я тоже сюда буду заезжать. 22 рубля стоит такой вот корм, который кушает моя кошечка. Мыло Ама-Мама детское, 4 кусочка по 75 грамм с оливковым маслом и ромашкой, 80 рублей. Заявлено, что не вызывает раздражения. Давайте поищем с вами состав. Есть еще вот такой вариант мыла, оливковое, 80 рублей тоже стоит. И вот такое вот, здесь иланг-иланг. Жидкое крем-мыло, 750 миллилитров, 90 рублей. Производитель Воронежская область. Ватные диски с прошитым краем, 100 штук, 60 рублей. Почему я сюда не заглянула пару дней назад? Я бы тут купила, а не фикси. От этого же производителя бумажные платочки. 70 рублей. Здесь
100 штук, 100 платочков. И вот такие бумажные салфетки, 200 штук, 90 рублей. Ватные палочки 400 штук, 60 рублей. Влажные салфетки антибактериальные, 20 штук, 20 рублей. Есть большие упаковки, 120 штук, без спирта и парабенов, 100 рублей. Так, давайте производителя с вами найдем. Это Тульская область, город Донской. Где-то я это недавно уже слышала, город Донской. Ама-мама, влажные салфетки детские, 80 штук, 80 рублей. Ой, а тут есть Котекс. Смотрите, большая упаковка, 20 штук, 239 рублей. И за эту же стоимость можно приобрести вот такие тампоны от Котекс, 16 штук. Сорти, средства для мытья посуды с витамином Е. 129 рублей 900 миллилитров. Смотрите, а цену на носки я нашла. Одна пара стоит 190 рублей. Ну вот мы с вами немножко посмотрели ассортимент магазина Чижик. Магазин этот продуктовый. Я надеюсь, видео для вас было полезным и интересным. Не забывайте ставить мне лайки, вам не сложно, мне приятно. И на этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До новых встреч.